Вот, продолжу видео. Вот подхожу к речке железнодорожной. Вот она находится с левой стороны от дороги. Сейчас пока иду вдоль озера вот этого. Красивое озеро, так, особенно в таких осенних тонах. Да, просто прелесть. Может, даже хорошо, что солнце не светит. Меньше каких-то бликов. Но озеро достаточно большое, кстати, здесь. Вот тут. Вот мостик. Там низина уже. Вот здесь она где-то впадает. Сейчас мы на ту сторону перейдем и посмотрим. Да, лазил я тут тоже. Когда приходил, тут он такой водопад классный. Ну все опять же не ухожено, заброшено, как и большинство объектов таких на территории Калининградской области. Никто ими не занимается, жалко. Сейчас я спущусь к самому берегу. Тут спуск есть. Может быть, к самому берегу к воде не подойду из-за ила. Вот парк здесь такой мощный. Вот, а там так называемая мельница красная. Тоже какое-то немецкое здание, вот, которое хотели на что-то современное уподобить. Ну да, вот берег тут, конечно, илистый такой, но островочек есть. О, песня. Красиво. И мусор, конечно, забрали. Ой, вот куда не пойдешь, все раздолбано, неухожено, заброшено. Когда-нибудь займутся областью, в конце концов, или нет? Вот, ну столько много красивого всего. То есть восстановить то, что было от немцев хотя бы, и уже будет красотично. Просто убрать.